Один, два, два, пять. Сика... Что за диплодок 237? О, это просто игрушечный динозаврик из соседнего дома. Ничего такого. Одну секундочку. Просто динозаврик. Ладно. Сикамор. Готово. Вот. Хоть бы это было близко. Пожалуйста, пожалуйста. Сразу за углом? Это сразу за углом! Я был в колледже! Посмотрите, я будущий кумир студентов! Привет! Эй, встретимся на дискотеке! Ладно, пусть. Эй, слушайте, если кто попадет в детский сад «Солнышко», передайте, что Вуди уже дома. Ты что, был в «Солнышке»? Ну, как ты спасся? Ну, это было нелегко, я... В каком смысле спасся? Солнышко – страшное гиблое место. Им правит очень злой медведь, от которого пахнет клубникой. Как? Лоцо? С виду он вроде бы мягкий, пушистый, но в душе он чудовище. Но откуда вы это знаете? Клоун. Он все расскажет. Да, я знал Лоцо. Он был славным малым. Моим другом. У нас была одна хозяйка, Дейзи. Коробку с Лоцо распаковали у меня на глазах. Дейзи любила всех нас, но Лоцо больше всех. Они все делали вместе. Я никогда не видел, чтобы ребенка и игрушку связывала такая любовь. Однажды мы поехали на прогулку. Остановились отдохнуть, немного поиграли. После обеда Дейзи уснула. Она не вернулась за нами. Лоцо не сдался. Мы шли целую вечность и все же добрались до дома Дейзи. Но мы пришли слишком поздно. В тот день Лоцо стал другим. В нем что-то надломилось. Она нас заменила. Идем. Она заменила только тебя. Она заменила всех нас. Разве нет? Она тебя больше не любит. Мы уходим. Мы скитались, отверженные, нелюбимые, ненужные. Потом мы нашли солнышко. Но Лоцо уже не был моим другом. Он никому не был другом. Он захватил власть в солнышке и завел там свои порядки. И как ты сбежал? Я сломался. Бонни нашла меня и взяла домой. Другим игрушкам такая удача не выпала. То, что сделал Лоцо, неправильно. У новых игрушек нет ни единого шанса. Но у меня там друзья. Тебе туда нельзя. Вернуться сейчас? Самоубийство. А как же твой Энди? Разве он не уезжает в колледж? Тихо, Боров, гармонист, не положено. О, Булзай, я тоже скучаю по Вуди. Но он никогда не вернется. Подъем!
Встаем! Встаем, ребятки! Командир Лотсон, сэр! Никаких происшествий! Отлично, Лайтер! Давай доставим тебя в звездный центр! Стойте! Что вы сделали с моим мужем? Мегапупс! Любимый! Было холодно и темно, а вокруг лишь песок и пара колбасок. Вряд ли это были колбаски. Приготовьтесь! Вас ждут судьбоносные игры!